Ольга Брызгина родилась в Пермской области, в небольшом городке Краснокамске. Она считает, что в Луганск ее занесла судьба. Тогда ей было всего 16. Но об Ольге уже было известно в спортивном мире. И юная легкоатлетка получила приглашение в Ворошиловградскую школу-интернат спортивного профиля. Конечно, было очень много трудностей поначалу, потому что нужно было как-то привыкать к этому городу, привыкать к людям. Я, в принципе, так, росла такой домашним таким ребеночком. Вот. А тут как-то все сразу никого вообще не просто там, ну, ни родственников, просто даже ни друзей не было. То есть как бы вот чисто психологически в 16 лет это, конечно, тяжело. Тем более вот в те времена, это сейчас уже более, конечно, молодежь самостоятельная. Вот даже вот я по своей дочери сужу, что, в принципе, ей вот не так тяжело, как мне вот тогда было. Я, конечно, была такой скромной девочкой, я считаю, такой, не могу сказать, что совсем уж я такая была. Ну, в принципе, как, мне вот было тяжело. С людьми я сходилась, но вот как-то осторожно сходилась, и вот как-то мне казалось, что все равно, ну, мне не хватало вот домашней той теплоты и уюта, вот как мне. А потом, конечно, уже, когда более повзрослела, лет 17-18, уже как-то было немножко попроще. В Луганске спортивная звезда Ольги Брызгиной разгоралась все ярче и ярче. Начались победы на республиканских, всесоюзных соревнованиях. Потом было и первое олимпийское золото в Сеуле. Через 4 года на Олимпиаде в Барселоне Ольга Брызгина еще раз подтвердила, что она лучшая. В те годы, помните, пожалуй, вся Ворошиловградская область гордилась олимпийскими достижениями нашей Ольги Брызгиной. Радовались успехам спортсменки, конечно же, и в ее родном Краснокамске. В общем-то, маму всегда одолевали тоже и друзья, и подруги, и начальство даже всегда, когда я приезжала, в принципе, отдохнуть. Всегда мне приглашали, вот, например, в школу, где я училась до 9 класса, и вот начальную школу приглашали. И на производство к папе я и ходила с лекциями, и к маме я ходила на производство. Вот все хотели увидеть вот дочку, олимпийскую чемпионку. Легкоатлетический манеж «Динамо». Ольга Брызгина провела здесь ух, как много часов, добиваясь необходимых результатов. График тренировок был очень жесткий. По 2 тренировки в день, а перед соревнованиями и чаще. Конечно, были моменты большой усталости, когда заниматься не хотелось. Было желание просто выспаться, полентяйничать. В такие моменты спортсменку поддерживал тренер Владимир Андреевич Федорец. Он всегда говорил, что если есть в жизни цель, то нужно идти к ней, преодолевать себя. Он, знаете, такой был тонкий психолог, всегда вот на его тренировках было очень интересно, очень интересно. Как-то не было мне вот это вот, ну как, в тягость. Да, было, конечно, тяжелые моменты, когда вот мы штангу делали, силовая была работа, да, это было, ну, тяжело и неприятно, но это как бы... Такие моменты, они бывают в работе, в любой, наверное. Вот. Ну, а так вот, и сейчас даже я вот смотрю, как вот моей дочери нравится тренироваться у этого человека. И я говорю, Лиза, говорю, конечно, будет тяжело, но вот, говорит, мамочка, очень интересно тренироваться. Это, по-моему, самое главное, когда ты занимаешься любимым делом, когда у тебя это получается, и ты чего-то достигаешь вот в жизни, по-моему, это вот самое лучшее, что есть на свете. Нам, конечно, хотелось расспросить Ольгу Брызгину про ту самую первую олимпийскую победу в Сеуле. Интересно, было ли предчувствие триумфа или какой-нибудь вещий сон? Услышав наш вопрос, Ольга Аркадьевна рассмеялась. «О чем вы говорите? Перед тем стартом я вообще не спала». Вот на первой Олимпиаде в Сеуле у меня было просто, у меня не было сна. И вот мой муж говорил, ты у меня забрала все мои нервы, говорит, благодаря мне вот ты, можно сказать, и выиграла. Может быть, где-то это отчасти было и так, потому что действительно, когда нет вот сна ночью, я его там заставляла, пошли со мной там в столовую, то покушаем, то где-то что-то погуляем. Короче, в общем, очень было дикое перенапряжение. И я вот могу сказать, что вот все дни я буквально, ну как, я не спала. Вот эти все переживания, они вот, знаете, где-то даже на внешности
отразились где-то, что настолько было, ну, дикое перенапряжение, волнение. Ну, конечно, помогали все и тренеры, и массажисты. В общем, как-то все это... Ой, помогали люди все. Так вот. И врачи тоже, ну, чтобы вот где-то немножко это перенапряжение снять, потому что очень тяжело вот так вот бороться со своими эмоциями. А как вас муж поздравлял с победой? Муж хорошо поздравлял, он мне там купил игрушку такую мягкую, мы были в Сеуле, а там такие вот, знаете, игрушки красивые, но необыкновенно, у нас вот вообще нет таких игрушек, и вот он такой купил мне такого слона красивого, подарил розового, вот, ну, вообще там, конечно, поцеловал, а вот в эстафетном беге мы вообще с ним встретились, накопитель, я еще не знала, что он выиграл, а он не знал, что я выиграла, ну, как, мы-то знали, что он, они быстрее, но мы в это время были в накопителе, я именно сам бег его не видела, и потом, когда мы встречаемся в наградном отделе, у них олимпийское золото, у нас олимпийское золото с мировым рекордом, конечно, тут вообще, конечно, на семью это, ну, это было, конечно, здорово и приятно. Последний вопрос. Вернемся к городу Луганску, к манежу. Отличается ли этот манеж от манежа того времени, когда вы здесь начинали тренироваться, вот сегодняшний манеж? Вы знаете, конечно, вот, к сожалению, хочется отметить, что отличается, да. Я говорю, в то время оно все было новое, все было совершенное. Нам казалось, что оно всегда так и должно быть, потому что я считаю, что был хозяин на то время, вот. И так вот все это, ну, оно, конечно, сохранилось. Спасибо, что хоть не отняли у нас какие-то другие структуры, не сделали из этого какой-то склад, какой-то, я там не знаю, автомагазин или еще что-то пытались сделать из этого сооружения. Вот, конечно, это сооружение уникально. Оно одно из первых вот легколических манежей на Украине. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы этот манеж был, вот как взять и в Сумах, и в Запорожье, современным покрытием, чтобы было тепло, чтобы было все здесь. Были современные тренажеры. Ну, к сожалению, пока этого нету. Я не знаю, может, сейчас вот что-то руководители будут пересматривать, вот, как-то бюджет увеличивать или что-то нужно улучшать, потому что дальше так не должно быть. Ведь у нас огромный прогресс идет в спорте, а если нет материальной базы, нет каких-то вообще условий для тренировочного процесса, то, вы меня извините, конечно, маленькие спортсмены у нас не будут расти, новое поколение не будет расти, потому что мы еще, знаете, на каком-то были патриотизме воспитаны, сейчас, вы знаете, наши современные дети, им до патриотизма очень и очень далеко. То есть им подавая уже такие тепличные условия. Хочется верить, что все-таки будущее наших детей именно вот в спорте, что все-таки мы будем надеяться на лучшее. Что у нас все-таки будут и спортивные арены, арены на уровне. Вот, и будут у нас еще олимпийские чемпионы, и очень много. Наш разговор мы заканчиваем в одном из скверов, расположенных в центре города. Ольга Брызгина – мама двух дочерей – Лизы и Насти. И, конечно, она мечтает, чтобы в Луганске было как можно больше таких мест, куда хотелось бы прийти для прогулок со своими детьми. Нам не хватает зелени и парков зеленых, чтобы вот люди приходили, отдыхали. Может быть, те, кто занимается спортом, бегали как-то. Вот нет у нас, вот как знаете, вот в той же Европе, чтобы пришел в парк и провел время с детьми, тот же пикник сделал, вот. Как-то все у нас больше, знаете, рестораны дорогие, какие-то заведения, магазины, супермаркеты. Я понимаю, что это все нужно, это все необходимо. Но вот досуг людям негде проводить, честно вам хочу сказать. И вот это, конечно, хотелось бы, чтобы больше было бы парков у нас в городе, чтобы больше было, знаете, различных аттракционов для детей. К сожалению, детям тоже некуда деться, нет для них каких-то развлечений. Приходится довольствоваться тем, что опять где-то что-то как-то вот выезжать на природу. Вот это вот весь досуг. Ольга Брызгина живет в Луганске уже 26 лет. Сейчас она работает старшим тренером по легкой атлетике штатной сборной команды Украины в Луганской области. А город Луганск, поначалу показавшийся чужим и неуютным, стал ее городом. Хотя Ольга Аркадьевна, конечно, и любит свою родину Урал, но в Луганске ей хорошо и спокойно. Здесь она состоялась как личность, здесь встретила мужчину своей мечты, тут родились ее дети. Ольга Брызгина полюбила Луганск, и город ответил ей взаимностью.